Yeah. Came in 17. Убирает мяч ему Мура у Милевоевича. Кейн в штрафной. Кейн простреливает Бейл 1-0. 25-я минута. Гаррет Бейл забивает после передачи Харри Кейна. Важно было Тоттенхэму забить первую. Справа Бейл, приходит к нему мяч, пробивает Бейл и забивает Бейл. Фирменный, по сути, гол для Гаррета Бейла. Убрал мяч под левую ногу. Вот это Бейл, по которому мы соскучились. Убивает Эдерсон его удар. Не дает передачи на Бейл, штрафной. Арисует Гаррет Бейл, он пробивает и первый момент сегодня. Thank you.